Ведьмак? Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Хочешь дуть зрительный коньяк? Вербена любит док, ромашка. Рам. Хочешь купить? Покажи. Прощай. Разбойников берегись. Рори, не жри столько! Это еще почему? Это не видел чертежи? Странный дракар мы делаем. Пусть твой топор никогда не затопится. Моей маленькой Моргун завтра день рождения. Еще что? Ну... Значит, вы... С удовольствием. Будь здоров. Вообще хочется подкопить крон на улучшение мастера рун и сделать какие-нибудь зачарования. Ну и доспехи, конечно, собрать. Сейчас прилично понадобится денег. Все три доспеха скрафтить. Школы медведя, кота и грифона. Не страшный морской дьявол. Ты не из Нидгарда, правда?
Ой, ну и вонь. Доспехи, блин, по 20 килограмм весит.
мой отец. Гравировка. Значит, вер... С удовольствием. Будь здоров. Бледный ты. Интересно. Что у тебя есть на продажу? Будь здоров. Не страшный. Следите за собой. Thank you.
груди раздроблены. После кораблекрушения он умер от потери крови. Странный герб. Не северный и не нильфгаардский.
вчера мы наделали. Что-то вот. Мои маленькие ноги завтра делаются. Интересно, такой ли ты? Будь здоров. Он, конечно, не слабак, только бьюсь об заклад, что с великаном не справится. Что мне тебе делать? Ты чужак. Думаю, куда идем.
Будь здоров. Значит, вернулся? С удовольствием.
Будь здоров. Бессонная ночь? Интересно, такой ли ты крепкий?
Будь здоров. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. С удовольствием. Будь здоров. Не знаю, что это.